Приехал на работу, сейчас буду переодеваться, заводить трактор, обду его, потому что после последнего дня работы пустился был небольшой дождик, но пыль присутствовала, как ни крути. Трактор облипший просто-напросто, пылью, грязью, буду дуть, стекла мыть, ну, в принципе, сейчас все покажу. Так, ну вот, вот такое вот крыло, я еще не переодевался, вот лобовое, вот заднее крыло, видим, когда поналипало, это я вчера приезжал, делал задние фонари, не работали, вот видим, да, о. Вообще, короче, кошмар. Так, понаставляю тут. Вот, крыша. Какая вся облипшая пылью. Лобовое опять грязное. Ну, короче, это все дело нужно выезжать внутри, выдувать. Снаружи выдувать. И помыть стекла. Ладно, пойду переоденусь, то попью кофе. Все, сейчас проснемся. Так, ну все. Стекла повытирал, выдул. Видим, теперь чистенько. Ни пыли нету, ничего такого. Нормально, можно ехать на заправку, заправляться. Так, ребята, первый огород. Но это люцерна. Просто через нее нужно проехать. Сейчас. А мне нужно на вон ту пшеничку через огород. Ну, вот через палочку сейчас заеду на пшеницу.
И буду начинать сегодняшний день с огородом. Так, сливач идет. И все, будем удобрять. Ну вот, закончил в другом краю, чтобы в пустую не ехать по диагонали. Протянем немножко. Все, огород закончен. Так, ну вот, переехал на следующий кусок. Теперь сейчас этот кусочек покормим. Его, в принципе, уже кормили, но так как пшеничка не важная, сказали еще раз заехать прокормить. Добавить немножко. Давайте такой небольшой полукруг с вами проедем. Вот видим, да, здесь уже получается такой небольшой клин. Ну все, буду удобрять этот кусок, потом переезжаем на следующий. Все, закончили. Едем опять на следующий кусок. Там 1,2 гектара вроде бы туда дальше. Сейчас будем проезжать потихоньку. Так, ребят, ну вот уже я на третьем куску. По второму кругу тоже наше удобрение. Так как по второму кругу, чтобы не путаться, где какие следы, немножко можно сместиться 1-2 сошняка в сторонку, влево, вправо, там уже решать вам, или перекрыть, или не докрыть. От этого ничего плохого не будет, но тем не менее вы не запутаетесь своих же следах, скажем так. Вот, и я, получается, первый круг сделал, не смещаясь. Вот. Сейчас развернемся. Первый круг я сделал, не смещаясь никуда. Но по второму кругу потом просто-напросто перекрыл на 2 сошняка в сторонку, и как мы видим, вот уже вот правое колесо переднее, да, оно идет не по тому следу, по которому я здесь ездил в прошлый раз. Плюс при этом я не топчу вторично тот же самый след, который был в прошлый раз. На разворотах все аккуратно делаю. Вот если посмотреть на левую сторону, то даже вот на правую, вот видим, где колесо было, севалка немножко правее от переднего правого колеса, и колесо севалки смещено, получается, правее. То есть я на один сошник перекрыл второй след. И теперь я уже не топчу по второму кругу следы. И предельно все прекрасно видно. Вот, едет как раз агроном. Наверное, что-то расскажет новенькое. Для разворота делаю примерно 5 кругов, чтобы можно было хотя бы нормально потом развернуться. Но это касается, в принципе, вот таких вот небольших кусочков. Огороды — это уже совсем отдельная история. Там уже как получится на огородах. А на таких гектарных кусках, в принципе, 5 кругов, скажем так, в притирочку это все дело. Ну вот, 5 кругов сделал. Вот, смотрим, я иду на разворот. Вот видим, да, правое колесо по краю идет. За
выхожу на свое место. И все. И прем. Ну, теперь осталось только закончить этот кусочек и переезжать уже на огороднике. Ах да, забыл добавить. Не знаю, через какое плечо плевать, но пока что вот это вот третий кусок делаю, да? Без никаких последствий, то есть ни себе проводы не ломаются, пластмасса, что в основном в принципе бывает, пока все четко, никаких происшествий, диски не теряю, так что нормально, не дай бог, чтобы так и дальше было, неохота сидеть, крутить это все дело. Ну, просто-напросто терять время так и неприятно. Те, кто трактористы, те, конечно, поймут, что но не бывает такого дня, чтобы без приключений. Ну, ничего. Будем надеяться на лучшее. Видим, да? Вот колесо идет именно по мягкому. То есть я не наскакиваю на свои колеса, на предыдущие. Фух, ребята, умотался уже. Это шестой огород после того большого куска. Там 1,2 гектара было, а это уже именно огороды. Это вот шестой, и следующий седьмой будет огород. Спина, скажу я вам честно, уже мокрая. Ну что, крутим. Медленно, но уверенно крутим и идем к завершению. Видно, кто-то, ох, как трусит, колбасит. Кто-то сад посадил у себя на огороде. Красавчик. Ладно, буду трудиться. Так, ну что, друзья, осталось совсем чуть-чуть. Вот этот кусок 5 гектар. И вроде бы, как бы, по рассказам, по разговорам, еще 2 огорода. И, в принципе, все. Отношение удобрения будет закончено. Ура! Ну и еще пока потрудиться надо. А что потом дальше? Никому не известно. Развернемся. Опа! Ох! Ой! Ой. Ну а меня колбасит, да? Так, ну вроде бы попал в след. Выхлопная, видите, да? Была, лопнула по сварке. Забирал домой. Полуавтоматом варил, так как металл тоненький. Дома полуавтоматом обварил по кругу. И потом такие вот пруты. Вроде бы восьмерка. Да, восьмерка, крутые восьмерочки. Наварил для усиления. Буду надеяться, что держать будет. В принципе, пока все. Едем дальше. Ну, в
Вот и все, ребята. Последний был огород, оказывается, не пшеница, а была посеяна трава. Вот. Закончили. Теперь сейчас уберем севалочки. И все. Едем на базу. Так, все, ребята. Закончили удобрять пшеницу. Теперь буду цеплять БДшку. Но сеять еще буду. Не сегодня. Сеять еще буду, только суданку. Вот такая вот дисковая барана. Взял шприц, чтобы каждый диск пошприцовать. 5,2 и 4 метра захвата. Дядя Ваня подцепил культиватор, чтобы вы понимали, какая. Ну, теперь вот это все дело нужно хорошенько пошприцовать, подготовить к завтрашнему дню, потому что выскакивать работать будем теперь каждый день, наверное. Вот. По трактору немножечко неприятность, видно, он натек на диске. Вот. С фартуха потекло. Потек сальник с одной стороны и с другой. Но еще не критично. За уровнем смотреть будут по-любому дни. И потом займусь уже самим трактором. Ах да, сегодня еще поменял фильтр топливный. Думал, денек отъезжу. Да-да, денек. Отъездил полностью все кормление. Помпочка, да? Подкачивающая. Бошевская. Блин, а бы не перехвалить, ребята. Дует, качает, нефиг делать. Никаких проблем. Не нужно ничего не выкручивать. Сразу вот качаешь. О, жена звонит. Просто полялякать. Тут лялякать некогда. Нужно все дело подготавливать. И вот это теперь каждый диск нужно перещупать. 3 ряда. 3. 7. 7. Средний 6 дисков. И задний 6. Только перед 7, да. 2 ряда по 6 дисков. И первый ряд 7 дисков. Так, 12, 19. 19 дисков нужно перещупать. Потом барабан помазать. Ступицы помазать, подкачать. Шток цилиндра гидравлическая тоже. Нужно это все дело подкачать. Напихать туда солитола. Ну, вернее, литола, потому что пользуемся литолом. Так что так вот. Ну, вот такой вот ведерочко. Литол 24. Такой аж синеватый цвет. Нормально мажет. Что самое главное, не вытекает. При нагреве держит свою консистенцию. Так, ну ладненько, ребят, буду я теперь это все дело обслуживать, подготавливать. Так, ребята, с дисковой бараной закончил, она же БДТ. Потом такой тяжелый агрегат, по-любому нужно пересмотреть передок.
полностью везде все пересмотрел. Здесь жидкость трансмиссионная в бортовых, в передку. Вот. Все везде попроверял, откручивал. В одну только, во два эту добавил. Чуть-чуть и все. С этой стороны. С этой стороны. Пошприцевал рулевые наконечники цилиндра. То есть как бы все вроде бы подготовился. Но у меня еще пропадает масса. Получается, плавают обороты. Плавают эти стрелочки. Бывает, ничего, еду, нормально показывает давление. Вот в моем случае вот на горячую нагрелась 2,5. Держит. Вот. И смотрю, стрелочка начинает бегать. То больше, то меньше. В особенности температура. Бывает, смотрю, только 110, как покажет. Ёлки-палки. На сцепление остановился, когда смотрю, она бух ниже. Где-то 60 покажет. Легонько постучал вот по пластмассе. Клац. Все. 80-82 держит нормально. Такие от пироги. Буду сейчас вскрывать вот эту часть верхнюю. И буду смотреть, где там масса спряталась. Ее основная. Хорошенько почищу контакты. Опять же, литолом помажу и все на место закручу. Но сейчас, наверное, отнесу все то, что... Все ключи, которые раскручивал при доливке. Масло, передок. Сейчас ключ, шприц. Все отнесу. И буду уже потом вскрывать панельку. Так, в тракторе чистенько. Все. В принципе, проблему нашел. Ну, еще плюс поменял прикуриватель. Поставил новый. Прикроем дверь. Ветер задувает. Поставил новый прикуриватель и нашел причину. Получается, вот здесь внутри жмут проводов. От постоянной вибрации провод, получается, изоляция перетерлась и начинала подмыкать. Вот поэтому у меня тухло все. Ну, сейчас пока все работает. Так что такие дела. Заизолировал. Провод отодвинул в другое место. Поставил. Положил. И теперь, в принципе, должно быть как бы, надеюсь, нормально. Ну, это еще пока где-то труханет хорошенько. Будет видно. Если ничего не произойдет, тогда будет все очень хорошо. Итак, в принципе, рабочий день уже подходит к завершению. Сейчас поставлю трактор в свой бокс. Второй от начала. Славуту перегнал. Ездил в магазин за кофе. Вот. Поставлю трактор на место. И уже завтра узнаем, куда буду я уезжать с этой каракатицей. Ох, она неудобная, я вам честно говорю. Вообще неудобная, особенно в разворотах по огородам, это просто ужас. А гэшечка навесная, конечно, самый раз. Но эта подруга, конечно, лезет очень хорошо. Землю роет по-серьезному. Но только на полях. С ней не увернешься. Задним ходом сдавать тоже. Нужно еще уметь и поймать ее.
Так, ну ладно. Буду загонять трактор на свое место. Видим, да? Все пока работает, ничего не плавает. И это мне нравится. Все, массу выключил. Все хорошо. Так, ничего не забыл. Здесь у меня порядок. Все чистенько выдуто. И кушечка. О! Тоже все чистенько. Мистер Мюскун. Водичка. В принципе, все. Буду идти руки мыть, умываться. И переодеваться. Ну вот, ребята, все. Рабочий день закончился. Еду домой. Потрудились, в принципе, неплохо. Еще и успел даже перецепиться. Ну, я называю переобуться. А переобуваться мне в этом сезоне не один раз, не единожды. К этому трактору много агрегатов. Это севалочка первая была. Теперь ВДК. Ну, потом опять на севалку буду перецепляться. Потом опрыскиватель. Ну и туда дальше, в принципе, все увидите. И вот прикуриватель как раз тот, который я поменял, новый поставил. Вот он и идет для опрыскивания. Для опрыскивателя. Для навигатора. То есть получается навигация подключается к 12 вольтам к самому прикуривателю. Там именно штекер такой, как прикуриватель. То есть длинный. Ну, ребят, как-то так. Было интересно. Лайки ставим, на канал подписываемся. Всем любви, здоровья. Пока-пока. И до завтра.